Приветствую вас на канале Device. Сегодня на обзоре видеокарты от компании MSI, модель GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White 16G. В описании под видео мы оставили ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на эту видеокарту. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте ставить лайки. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Начинаем! Красочная игровая видеокарта MSI RTX 4060 Ti Gaming X Slim White – это высококачественная версия RTX 4060 Ti, выполненная с индивидуальным дизайном. Gaming Slim X предназначена для тех, кому нужна не только производительность и функции, которые может предложить RTX 4060 Ti, но и дизайн продукта, который выглядит так, как будто он из сегмента выше, и, конечно же, светодиодную RGB-подсветку. GeForce RTX 4060 Ti предназначена для игр с максимальными настройками с разрешением 1080 пикселей. Можно также играть с разрешением 1440 пикселей, если вы знаете, как настроить свою игру, используя GeForce Experience. Основной кожух кулера сделан из пластика, задняя панель выполнена из металла с вырезом для пропускания воздуха. Размеры карты составляют 30,7 на 12,5 сантиметров, а вес 919 грамм. Для установки требуется 2 слота в вашей системе. Для подключения дисплея предусмотрено 3 стандартных порта DisplayPort версии 1.4a и один порт HDMI версии 2.1a. MSI выбрала один 8-контактный разъем дополнительного питания. Такая конфигурация рассчитана на мощность до 225 Вт. В системе охлаждения MSI Gaming X используют никелированную медную пластину, которая передает тепло на 3 тепловые трубки. Такое решение теплопередачи повышает общую эффективность. GeForce RTX 4060 Ti призвана укрепить позиции в самом горячем ценовом сегменте видеокарт. Она основана на новейшей графической архитектуре компании Ada Lovelace, что означает, что вы получаете преимущество производительности и мощности с 5-нанометровым чипом и эксклюзивные новые функции, такие как DLSS3, функция NVIDIA, которая использует ядра Optical Flow Accelerator и Tensor, чтобы генерировать целые кадры в игровом процессе, полностью используя искусственный интеллект, не задействуя механизмы рендеринга графики. DLSS3 приобретает все большее значение в этом сегменте, позволяя использовать трассировку лучей, стабильно высокий FPS или то и другое вместе. GeForce RTX 4060 Ti дебютирует с новым 5-нанометровым кристаллом AD106 в сегменте настольных компьютеров, который она почти полностью использует, имея 34 из 36 потоковых мультипроцессоров, что соответствует 4352 ядрам CUDA, 136 ядрам Tensor, 34 ядрам RT, 136 ядрам TMU и 48 роб. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице мы указали средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях – 1080 пикселей, 2К и 4К. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает. Однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Проблема всех более-менее свежих продуктов на рынке – отсутствие толковых комментариев, но кое-что мне удалось найти. Начнем с негатива. Расположение коннектора питания. 128-битная шина. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Очень тихая. Красивая. Хорошее охлаждение. Очень быстрая. Удобное подключение питания. Производительность в 2К. DLSS3. 16 гигабайт памяти. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателей этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напомню, что в описании под видео мы оставили ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!